Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть в Red Alert 2. Так, у нас погодный шторм подошел, ребятушки. Грозовой шторм готов. Так, я хочу жахнуть в первую очередь грозовым штормом по... А почем я хочу жахнуть грозовым штормом? Выберите цель. Я бы по железному занавесу. Убьет внимание, он или не убьет? Создан грозовой шторм. Вот мне интересно. Так, чисто проверка. Юнит повышен. Чисто проверка. Убьет, не убьет? Ядерка убивала. Внимание, железный занавес активирован. Не, херня. Не убивает он. Юнит готов. Готов. На нашу базу совершено нападение. Приближаюсь. Оружие готово. Ремонтируется. Ремонтируется. Юнит повышен. Идем, так, отлично, слушайте. Мы отвоевали этот... железный занавес. В принципе, можно попробовать выдвинуться в атаку. Тут позахватывать что-нибудь. Юнит готов. Не, хотя какую нахрен атаку? Недостаточно средств. У нас тут защита еще так. Так себе на самом деле. А я в атаку собрался. Не, до атаки еще рано говорить. Ну, он, естественно, вылечил железный занавес. Юнит готов. Так, надо попробовать следующий кинуть на... Не, ну, на самом деле, а чё железный занавес? Чё там такого? Кидаем эту, ставим... Машина готова. Выдвигаюсь. Так, ну, заслонка тут более-менее уже стоит из этих, из лазерных этих, или как их, миражей, короче. Вот, поэтому нормально. Юнит готов. Цель, командир. Мираж, пойди разберись вот тут вот с этими пушками. Добывающий комбайн под атакой. Начинаю штурм. Добывающий комбайн под атакой. Красава. Юнит готов. Четко танк минус. Так, а ты, раз они сюда подъезжают, то тогда здесь и стой. Машина готова. Выдвигаюсь. Ремонтируется. Ремонтируется. Так, ну более-менее у нас, слушайте, у нас более-менее уже, ну этот. Ремонтируется. Денюжки и все вообще, все по красоте. Так, это тут готова хроносфера, да? У меня строит. Еще командный центр бы поставить. Юнит повышен. Во, красота! Могут же, когда захотят, отхренячивать. Да, миражи, короче, нормальная тема. Ремонтируется. Ремонтируется. Миражи нормальная тема. Юнит готов. На нашу базу готов. Совершено Ой, нападение. Так, ребят, ну это наглость. Ремонтируется. Юнит повышен. Ремонтируется. Готов. На нашу базу совершено нападение. Откуда? Блин, да как? Ну нахер они оттуда заехали? Ты тут чё стоишь, сиськи мнёшь, блин? Не видишь, что нападают? Ну быстрей. Добывающий комбайн. Да быстрей. Да быстрей, суки. Строительство завершено. Оружие готово. Докладываю. Добывающий комбайн под атакой. Готов в бой. Проверяем. Господи, это писец. Машина готова. Готов. Докладываю. Готов. Угу.
Добывающий комбайн под атакой. А, он... Юнит готов. Готов. Вперед! Уничтожьте этого сраного робота. Проверяю позицию. Ой, боже ж ты, божечки ж ты мои, а. Когда ж это все закончится, а? Юнит готов. Ой, юнит вот. Повышен. Готов, бой. Готов. Так, ну более-менее защитка у нас имеется. Грозовой шторм готов. Строит. Еще двадцатку миражей, пожалуйста. Так, комплекс ВВС построили, да? Новые опции строительства. Внимание, железный занавес активирован. Выберите цель. Юнит готов. Пиндык, блин. Добывающий комбайн под атакой. Добывающий комбайн под атакой. Готов. Ремонтируется. Ремонтируется. Готов. Добывающий комбайн под атакой. Готов. Юнит потерян. Юнит повышен. Так, отлично. Ремонтируется. Тут прокачиваем. Так, у меня готов этот. Давайте выберите его цель. Испытаем на этих. Внимание, создан грозовой на шторм. Ядерных этих штуках. Надеюсь, хоть ее-то он сможет разбить. Недостаточно средств. Этот грозовой шторм. Нет, что ли? Ремонтируется. Ну, практически. Юнит повышен. Строит. Недостаточно средств. Практически, слушайте. Машина готова. Больше скорость, меньше ямы. Недостаточно средств. Цель, командир. Недостаточно средств, блин. Ну, недостаточно у нас средств, а что поделать? Ну, недостаточно. Уничтожить элитную черную гвардию в Кремле. Так, надо как-то, наверное, продвигаться, что-то захватывать. Докладываю, приближаюсь. Цель, командир. Приближаюсь. Тренинг. Нужен ремонт? Иду. Так, нормалек, пока строим. Все в порядке. Я получил планы. Инженер пошел сюда. Цель, командир. Проверяю. Вперед. Сейчас разнесем юнит этот. Юнит готов. Шлагбаум. Захвачено технологическое здание. Нужен ремонт? Юнит готов. Я не опоздаю. Я получил планы. Тренинг. Так, еще пару-тройку инженеров нам надо. А, хотя у нас работаю. Есть. Я получил планы. Да, сэр. Рвусь в бой. Так, ну нормально, нормально. Сейчас захватим технологическое. Цель, командир.
Рвусь в бой. Готов. Идем, сэр. И нормалек. Захвачено технологическое здание. Юнит готов. Так, все, теперь эти качалки нам будут денежку приносить тоже потихонечку. Юнит готов. Потихонечку, потихонечку. Захвачено технологическое здание. Юнит готов. Юнит готов. Юнит готов, юнит готов. Так, окей, а еще где-нибудь есть такие качалки? Ну, это лабуда. А, вот качалка еще, да? Но это мне надо оборону. Недостаточно средств. Продвинуть. Ну, ничего страшного, продвинем. Юнит готов. А интересно... Готов. Машина готова. Этот... Ладно, не хочу даже проверять. Будут призма-танки вариант. Так, тут атака пошла. Ну, кстати, это нас сейчас прокачает, скорее всего. Юнит готов. Юнит повышен. О, я же говорил, прокачает. Подкрепление готово. О, подкрепление! Выберите десант. Цель. Так, а тут ПВОхи, да? А вот интересно, может они скинут куда-нибудь сюда? И мы как раз юнит херячим готов. Ядерную эту ему штуку. Давай-давай, родимый, кидай. А чё только три? Блин, тут мамонты, конечно. Ну, блин, нельзя... Потерь. Ну в атаку, родные. Ну раскопались. Ля, он еще и... Да сюда ты! Ой, тупорезы тупые, лярвы. Блин, а у него он еще юзает мои эти, сволочь. Мои танки, юнит, ну ладно. Повышен. Юнит готов. Вот, тут у нас уже прокачали трех этих. Цель, командир. Выдвигаюсь. Так, я думаю, можно начинать уже заказывать призмы. Ждет. Прервано. Ставить этот. Так, давайте где-нибудь вот тут будем собирать призмы. Новая точка сбора. И сейчас мы их просто... Грозовой шторм готов. Так, грозовой готов, отлично. Сейчас мы их призмами-то... Отхренячим. Машина готова. Ля, тут инженеры юнит бегут. Юнит готов. Во, ништяк, призмочки. Пошли, первая призма. Слушайте, а мне интересно, это инженеры бегут сюда это здание брать? Ну, удачи. Чё, не срослось, да? Бывает. Цель, командир, готов. Я на всякий случай еще сюда переведу этот танк. Бывает. Еще потом отправите. Юнит готов. Так, вторая призмочка пошла. Хорошо. Вот лишь бы он сейчас на этих железных не кинул. Подкрепление готово. А, ну хотя... Он что-то как-то особо не кидает. Так, у нас готов десант. Выберите цель. Юнит готов. Выберите цель. Так, и давайте внимание, сюда же грозовой. Грозовой шторм. Фак, наш десант летит. Недостаточно средств. Приказывайте. Юнит потерян. Блин, да вообще насрать этой атомной электростанции. Но мы, кстати, что-то разбили вроде бы. На наш десант. Так, ну ничего страшного, мы строим тут ему. Юнит сейчас мы... готов. Сейчас я ему сделаю подарочку. Вот. Так, это 4, да, танчика?
Все, нам еще одну такую, и мы сейчас с хроносферкой кастанем. Юнит готов. Вот они хорошо танчики-то складывают этот. Красавчики, слушайте. Прям 5 баллов. Так, хроносферка. Выберите цель. Хроносфера готова. Блин, здесь Киров стоит, ну ладно. Внимание, хроносфера. Мне пофиг, я даже 5 этих отдам. Юнит готов. Юнит потерян. Еее! Вот так, ибо нефиг. Но они все равно там не выживали бы, вы же понимаете. А я их даже 4, да, отдал? Не 5, или 5. Рвусь в бой. Но они все равно там не выживали, так что нормально. Еее, мы ему один генератор сняли ядерный. Теперь второй. Юнит готов. Вот он у него второй. Тоже снимем. И нормальдыс. Так, тут... Подкрепление готово. Танчики его выносят. Выберите изи. Цель. Танчики его выносятся изи. Давайте тут попробуем кинуть моих морпехов. Посмотрим, как они сработают. Юнит готов. Так, не, ну в целом хорошо идет. Юнит повышен. О, еще один тройной стал. Хорошо. Кстати, а здесь пацаны-то высадились? Ой, а тут вон еще где ядерные реакторы. Вот куда десант надо, ребята, закинуть. Юнит готов. Я и не обратил внимания. Так, хорошо, закинем. Ну там или хроносферу, или такой десант. А, нифига себе. А чё он железный не кидает? О, еще один тройной стал. Юнит готов. Так, ты сюда подвинься. Юнит повышен. А ты сюда. О, красавчики призмы. Ой, призмы. Не призмы, а фотоны, блин. Опять два инженера послал. Слушайте, а тут вот еще здание есть. Может, отобьем этот? Недостаточно средств. Конструкцию вот эту. Юнит готов. Можно попробовать отбить и захватить еще одно технологическое. Все в порядке. Изучаю схемы. Не, я просто боюсь вот этого мамонта, ну, в смысле апокалипсиса, ну вы поняли. Не, ну мы даже если его захватим, и вот это, да, можно захватить. Собор, блин. Юнит готов. Мы даже если его захватим, мы его не удержим. Это нам фронт тогда надо отодвигать. Очень сильно. Подкрепление готово. Так, десантура готова. Десантура. Выберите цель. Сюда. Десантуру сюда кидаем. Где наш самолет? Юнит готов. Так они говорят. Юнит потерян. Так, это инженера потеряли, да? Или это самолет уже потеряли? Чё-то я нифига не понял, ну ладно. Юнит готов. Хроносфера готова. Так, хрона готова, да? Окей. Значит, раз пошла такая пьянка... Блин, а может быть все-таки по-другому? Ну, не... Готов ударить. Ой. Грозовой шторм готов. О, ударить. Грозовой готов. Мы грозовым. Если сейчас Юнит эти... готов. Юнит потерян. Ну понятно, тут самолеты выберите не долетают цель. Вообще никак. Внимание, короче, грозовой шторм грозовой сюда. Шторм. Строит. И сейчас мы тут жахнем две ядерные бомбочки ему. Ой, в смысле, две ядерные станции. Они что-то не жахаются. Ф,
fuck, а? Выберите цель. Ребята. Хроносфера готова. Настало ваше время. Я, конечно, понимаю, что вы, скорее всего, здесь погибнете. Внимание, хроносфера активирована. Докладываю. Юнит потерян. Юнит повышен. Ну когда это ядерное юнит облако спадет? Вперед. Юнит потерян. Да сучки, задолбали моими же. Откуда, как они, ну они в принципе... Ладно, окей. Юнит готов. Ничего страшного. Нормально. А еще один ядерный реактор ему сняли. Недостаточно средств. У него их два осталось. Подкрепление нормально. Подкрепление готово. Юнит повышен. В хроносфере инженеров перенести? Хорошая идея, я что-то не подумал. Вот так, ну ладно. Не будем пока таким страдать. Работаю. Юнит повышен. Изучаю чертежи. Юнит повышен, это где повышаются юниты? Юнит готов. Тут что ли, наверху? А, не, вот тут вот, походу. Готов к бой. Да, еще вот эту дырку закрой. Мало ли какой инженер. Блин, ну только я направлю инженера, как этот хрен начинает идти кучей танков. Повышен. О, еще повышение там зарабатывают, нормально. Я не опоздаю. Юнит готов. Блин, ну... Инженер, давай, пошел, пошел. Миражи отстреливают здесь. Юнит красавчик. Повышен. Ой-ой-ой-ой! Смотрите, кто летит! Кировчанин! Строит. Юнит готов. Канал. Захвачено технологическое здание. На нашу базу совершено нападение. Херня, ремонтируется. Война. Так, но надо ракет Патриот больше, потому что он залетел конкретно. Ну, естественно, это продать его нельзя, да? Но за него 1000 дают, когда захватываешь, так что... Внимание, шо... железный занавес активирован. Где он активирован? Юнит готов. А я строительство завершено. Не совсем вкурил, где он активировал железный. Но вроде на базе ничего страшного не происходит. Юнит готов. Я не знаю, где он активировал железный. Выберите цель. Так, десантура сюда почему-то не долетает. Ну и ладно. Ну, где-то он активировал железный занавес. Кто-то, по идее, на нас где-то напал. Слушайте, может, сломаем ему к чертям железный... Не, ну мы не сломаем. Недостаточно средств. Не, мы можем сломать, в принципе. Так, через 20 секунд хроносфера. Нормально будет. Сейчас убьем этот. Кстати, у нас грозовой скоро тоже. Хроносфера готова. Юнит готов. Я все знаю. Юнит готов. А ну-ка, интересная идея. Выберите цель. Если реально инженера переместить готова. В хроносфере. Внимание, хроносфера активирована. И где он, блин, этот сраный инженер? Подождите, он тут пропал. Она что, на людей нельзя? Только танки можно? Ой, блин, походу только танки можно перемещать. А что ж ты мне посоветовал-то? Михаил Шевцов, ты викторину устраиваешь? Да-да-да, викторину я устраиваю. Вот. Что ж ты мне посоветовал инженера туда перенести? Выберите цель. Я перенес, блин, на свою голову. Послушал тебя. Строительство завершено. Перенес так
так перенес. Строит. Так, ладно, мне электростанция нужна. Грозовой шторм готов. Юнит готов. Я не понимаю, я вызываю десантуру, а они что-то не долетают ни хрена. Или откуда они летят, я ни разу еще так и не понял. Главное, юнит повышен. Туда долетали, вот когда вниз я кидал там. Нормально все было. Здесь же нифига. Так, ладно, пофигу. Ладненько, ребят, я, пожалуй, на этом как раз этот выпуск закончу. Большущее всем спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык. Строит.